уполномоченного. Ну, так получилось, что мы подзатянули с этим вопросом, что с уполномоченным надо уже определяться. У нас, знаете, что весной принят закон, ну, внесение изменений в наш закон об уполномоченном. Согласно этого закона, уполномоченный утверждается на сессии по представлению главы. При этом глава выносит на рассмотрение сессии уполномоченного, который уже согласован с уполномоченным при президенте, и самое основное, с учетом мнения предпринимательского сообщества. Так вот, на сегодняшний день разработан порядок учета мнения. Этот порядок на сайте, я надеюсь, размещен. Но опять же, уважаемые коллеги, если посмотреть по этому порядку, он очень длинный, так скажем. Там начинается работа за 90 дней. Но, учитывая, что уже давно срок полномочий у нас истек, но тем не менее продолжает ваши полномоченные свою работу, потому что у нас новый не выбран, тем не менее, я предлагаю ускориться. Что это значит? С главой республики мы согласовали. Мы сейчас с вами должны определиться, сколько вам нужно времени предпринимательскому сообществу, а именно объединениям, как региональным отделением общероссийских объединений предпринимателей, так и региональным объединением, сколько вам надо времени, чтобы вы определились, чтобы вы для себя выбрали себе уполномоченного, кого бы вы хотели видеть на этой должности. Вот кого вы определитесь, еще очень бы хотелось, чтобы вы объединились и выдали уже одну кандидатуру. Это было бы вообще идеальный вариант. Сколько вам надо на это времени? И я вам заверяю вас, с главой был разговор, что кого вы предложите, именно того глава направит на согласование уполномоченного при президенте, и именно тот человек, если пройдет согласование в Москве, будет вынесен на Верховный Совет на утверждение. Единственное, ну это моя просьба, я не знаю, сейчас давайте послушаем ваше мнение. Хотелось бы, чтобы объединения объединились и выдвинули все-таки одну кандидатуру. Что на это скажете? И сколько вам нужно на это время? Мне бы хотелось... Подождите микрофон. Мне бы хотелось все-таки представить вот, предложение по порядку учета мнений предпринимателей, которые размещены... Давай. А вы озвучите, мы его сразу и обсудим. Мы же сейчас этот вопрос рассматриваем. Вы знаете, я что хочу сказать, я так представил, в рабочем порядке, я думаю, что там будет все ясно, и вот работа будет. Нет, ну понятно, в рабочем порядке. Вот смотрите, есть порядок. Есть порядок. Согласно этого порядка, это очень длинная процедура. Мы предлагаем ускорить. Учет мнения не за 90 дней начать эту работу, а скажите, пожалуйста, сколько надо времени порядок оставить такой, какой вот он есть, ну, с учетом вашего предложения, мы сейчас посмотрим, что вы предлагаете, но ускориться.